дорогие друзья! Я с удовольствием сегодня хочу отметить, что клуб «Лимпопо» сегодня справляет юбилейный вечер. Ему исполнилось 10 лет. 10 лет – это молодой возраст, только-только начинает жить. Но несмотря на свой молодой возраст, 10 лет, клуб «Лимпопо» приобрел известность не только в районе, но и в пределах республики. Поэтому от имени отдела по молодежной политике, от имени Канашского района, от имени администрации Канашского района я хочу поздравить клуб «Лимпопо» с юбилеем, пожелать им дойти до совершеннолетия и долгих-долгих лет жизни, творческой жизни на сцене. Хочу вручить им маленький конверт с большими деньгами. Я хватаю сумку и через плечо мчит меня автобус на село мое. Шика-ш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 ика
Мюрат сасавнатен, саламлап бір сана теререн.
лезет. Дорогие лимпопята, я вас сердечно поздравляю с юбилеем. Желаю вам расти лет до ста без старости. И приглашаю пятого на свой юбилейный вечер. И вас всех приглашаю. Всего вам доброго!